Всем привет! С вами я, Александр Сучков. И в этом видеоролике я опять прохожу эту карту Ледокол. С таким вот интересным названием. И так как это спец, мне осталось проходить ее 6 раз. Это как бы ладно. Так, мы в общем начинаем проходить Ледокол. Как всегда, с медика нам осталось 6 раз. Еще 6 раз нужно пройти. Так, у меня в том параде заглючило. Получился новый сигнал от игры. Поэтому мне пришлось ее перезагружать. Ладно. У нас опять наше крутое оружие, которое у нас не всегда купленное. А, не самый крутой. Ну, точнее, как крутой. Покруче оружие. Как бы ладно. Это будет самое важное. Здесь смотрю вот так вот. Так. Там смогу. Нет, не смогу. Вряд ли, наверное, смогу я. Так. Так. Начинается. Так, начинается, да, круто. Здесь была елка, кто помнит. Последний раз, когда я здесь был. Да, графика не очень видно. То, что здесь реально не очень. Так, ладно. Окей, игра начинается. Давайте мы подождем сейчас, в общем, эту штуку. Так. Окей. Так. Извиняюсь за такие звуки, которые там происходили. Дело в том, потому что у меня немного драйвер только что слетел с наушников, поэтому я немного попробовал еще кое-что сделать. Ладно. Что-то сегодня у меня все слетает, и игра, и драйвера. Он только что слетел, я не знаю, слышно сейчас, не слышно. Вроде должно. Ладно, ждем эту карту. Мы можем ее пройти еще 6 раз. То есть 6 раз мы можем проиграть и не пройти ее, да. Будет, конечно, обидно. Ну ладно. Так, ладно. Окей. Так, загрузка. Значит, загружаем. Сейчас загружается игра. Если мы в этот раз не проходим ее, а мы, наверное, не пройдем. Ну, потому что команда, смотрите, одни ромбы какие-то. И какой-то вообще непонятно кто. Так, ладно. В общем, если мы не пройдем, то я немного закончу, наверное, с этими ледоколами. Я начну что-нибудь другое снимать, да. Ледокола будет позже немного. Так. Сразу к делу, бойцы. Ситуация критическая. Блэквуд начали против нас настоящую войну. Дорогой. И пока мы проигрываем. Как называется-то? Дигл, да. Дигл. Лопатка. Лопатку нельзя прокачать. А хотя... Враг атакует по всем фронтам. Это операция масштаба Нормандской. По нам наносят удары при поддержке с моря и воздуха. Вы должны срочно вмешаться. Буду тише идти. Силы противника приближаются к нашей базе. Атакуйте их с флангов и реактивных гранатометов. Все тихо. Все очень тихо. Уходим. Это реактивный гранатомет с управляемыми снарядами. Дракула 226 на позиции. Конец связи. Нет, ничего. Несколько целей. Стрелковое оружие. Идеально. За отбой Акула 226. Следите за главной целью. Мы остановили продвижение врага, но их подкрепление на подходе. Опа. Идеально. Ай-яй-яй, не попал. Опа, идеально. Дальше пошли. О, давай еще. Один. Один остался, давай. Мы остановили продвижение врага, но их подкрепление на подходе. Ракетный крейсер готовится к атаке. В укрытие! Сейчас эта елка пойдет, смотрите. Ладно, вперед.
Рабочий крейсер, у нас новая проблема. Блэквуд захватили ракетные шахты. Прыжками. Так, ладно. Одна минута уже, да? Так, так как я профессионал, я буду профессионалом. Блэквуд блокирует все дороги, так что будет жарко. Твою мать, о, нормально, идеально. Тихо, наш пистолет. Опа, убил! Вот идеально. Давай, давай, давай. Прицелься, норм. Я же бог, блин. Вас всех спасать. Пошли нахуй. Так. Тихо, блин. Не мешайте. Где? Я ранен. Твою мать. Ну, бля. Сука. Испортил идеальное прохождение, сука. Ну я не пройду, ты же так. Я не профи. Долбали, слушай. Где нормальный мед? Меня зацепило. Ща, подожди. Тихо, блин, где она? Слушайте, пика не бьет. Паш, да твою мать, да как? Ну хотя бы я кого-то убил. Пошли. Ты не пизду. Нахрен тебе, блин, нормально. Давайте, дойдите до контрольной точки. Чё вы, блядь? Давай, 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 вы сможете, чё вы, блядь? Зачем тебе он? Нормально. Продержишься. Давай, 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 пошли. Гоу, гоу. Здоровье и броня восстановлены. Игроки разрешены. Тихо, прицелимся. Бля, сука. Этот чертов крейсер держит шахты под плотным огнем. Я чуть не взорвался, ребят. Это вообще, это что будет? Охренеть. Да пошли вы. Да, своих проблем много. Да нафига у тебя нормальное ХП, чё ты? А, все патроны тут раскуряют. Зря. А, так я же этот, профи, блядь. Бойцы, капсулы с турелями чё запущены. Так? Уничтожьте их в воздухе. Пройдём. Так, турель, да? Это пизда. Бля! Лок! А, ни хрена не видно мне. Пошел ты. Иди вперед. Пошли, пошли. Да пошли вы. Так, не надо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Самому лечиться-то надо. А, я знаю, что я сделал. Я же это мастер килл. Ай-яй-яй-яй. Давай. Идеально. Значит, пошли.
Лучше сбить эти турели, пока они находятся в воздухе. Да ну, тебе повезло. Ага. Да ладно. Да. Затроллил. Привет, все знаки. Давай, 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 мне еще все. Ладно. Сейчас третья волна будет. Вообще жопа сейчас. Блин, сейчас капец будет. Вообще! Я подпрыгну. А, есть. Ой-ой-ой. Давай, 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 давай. Так, тихо. Так, дальше пошли. Все, мне пиздец. Видимо, да. Кого вы выбрали? Идиот. Тихо, блин. А, блин, ну ладно. Пошли, пошли, пошли. Лучше сбить эти турели, пока они находятся в воздухе. Да, блин. Нет. Нет, 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 нет. Твою мать. Сука, блядь. Так. Блин. Так. Ну. Блин, блин, блин. Давай, давай, давай. Мочи. Ты дебил. Ты дебил. Ты дебил. Дебил, блин. Ой, дебил. А, идиот, идиот, идиот. Сейчас все будет, подожди. Да, да подожди ты, блин. Блин, все, это конец. Я не могу. Ну все, блин. Я КП, блин, нет, все. Все, это все, жопа. Я один не пройду. Все, это конец. Нам не пройти. У меня еще подход. Все, мне конец. Так, перезарядка. Есть. Теперь пора разобраться с этим крейсером. Хватайте гранатометы. Один, считайте, играю. Первый раз такой. Давайте. На нафиг. Идеально. Теперь пора разобраться с этим крейсером. А чё, как мы играть-то дальше? Чё? У нас патронов нифига нет. Дальше пошли. Один играть офигенно, конечно, одному играть здесь. Уничтожьте крейсер реактивными ракетами. Так, еще один давай. Все нормально. Нормал. Тут даже еще останется. Теперь пора разобраться с этим крейсером. Хватайте гранатометы. И на всякий случай еще возьму. Точно всё. Цель. Выбирайтесь оттуда. Так, тихо. Опа, блин. Идем дальше. Видали? Вы, блин, патронов нет. Поэтому придется еще взять. Что? Думаю, оно мне пригодится. Так. Да пошел ты. Стрелок готов.
Вот и все. Да подожди ты. Я смогу. Подожди. Я не могу, я говорю, проходить дальше. Ладно, пошлите. Да я не дурак, я знаю. Дальше-то как я проходить-то буду? Эй! В... Значит, цель Блэквуд... Боже, это 10-миллионный город. Они обвинят во всем нас и устроят глобальный мировой кризис. Ну, все, мы понятно. Должны взять под контроль эту ракетную шахту. Вы знаете, что на кону. Тише. Тише. Идем. Так, тихо. Это один из взломанных терминалов, перенаправляющих наши ракеты. Вырубите его. Мадруны не трать. Так, в нижней части шахты есть еще один терминал. Он отвечает за протоколы запуска ракет. Ну, блин, ну ты дебил. Сейчас я помогу тебе. Я перед тобой в долгу. Тише. Блин. Тихо. Снял стрелка. Продолжаем движение. Куда ты все стреляешь? Тихо. Ах ты, блин. Где ты? Держи, поехали. Все будет хорошо. Так, все, наверное. Так. Спасибо, дружище. Так, гранату пока что не буду тратить. Давай, 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 давай. Блин, все, это конец. Че ты где? Не шевелись, я подлатаю тебя. А, блин. Ладно. Дальше пошли. Граната пошла. Вперед. А, блин. Патрон нету. Патронов нету. Патронов нету. Стрелок мертв. Идем дальше. Патронов нет, все. Блин! Ах ты, блин! Тихо, блин! Так. Окей, дальше. Стрелок убит. Так. Три патрона, все. Черт, я остался без патрона! Я помогу. Продолжаем движение! Стрелок убей, патрон, пошли! Патрон, стоять! Держи, поедешь! Все будет хорошо! Мочи, 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 я встану сейчас! Я встану, встану сейчас! Нормально, встану, блин! Ну! Мочи, мочи! Ну все, конец. Так. Ну все, это конец. Лох. Все, не прошли. Да. Ну и мы хотя бы попробовали. Ладно. Так. Все. Или что там еще? Нет, не все еще. Еще долго. Так, ладно. Вот так вот мы попытались пройти эту. Да. Турели и меня даже не встретились. Видать, они будут дальше. Ну, пока что до туда мы пока что не дошли. До туда, до куда надо. Так. Да, у меня точность лучше и помочь команде. Но все равно все дали как обычно, как всем. Реанимирование 4. То есть вдвоем нам никак не пройти. А я всегда получаю так, то что... Ну, один играю, да. Так, ладно. Ладно, ладно. На этом пока что все. Все, что я хотел вам показать, рассказать. Вообще,
в данный момент. Ну вот, в этом прохождении. Да. Так, все, продолжить. Да, не получилось. Ладно. Не получилось и не получилось. Ладно. Потом еще попробую. 5 раз осталось. Ну и все. В общем, всем спасибо за просмотр. А с вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Нубас. Пишите комментарии под видео. И не забывайте то, что есть такой человек, который во все это играет. В общем, всем удачи и всем пока.